не вымысел, все без утайки. Нас суд зрителя вынесем, зрительный зал раскроет глаза. Что жил, то сидит, выше стал дворянин. Ветреное время коротен за нос, за нос, за носит его. Мама, зачем вы так? Сто сокровищей зашить, это ж кем же надо быть? Мама, как вы додумались? Но тут на сцене новое лицо. Папа! Но был при этом лейтенант наш мимо. Погляди, погляди, что-то впереди там. Впрочем, известно все. Стало третьему лицу, настоятелю отцу, тоже незамедлительно подстригся в обновленце и сказал: мама, любезная жена, матушка, вернусь к тебе богатым. Будет вам утешением. Бедный, скромный, но вероломный. Бедный, скромный, но вероломный. Может жениться и тут же уйти. Как пришел, так ушел, стул собрал и бисмила. Мой папа говорил: бисмила, бисмила, о богом вас прошу. Бисмила, бисмила, несите стулья мне. Несите стулья мне. Несите стулья мне. Thank you.
Ну-ка, дядя Старк у нас тут. Дядя Скобей, ну дай. Может, еще ключ от квартиры даст, где деньги лежат. А раньше кто здесь жил? Варя мой жил. Ипполит Матвеевич Воробьян. Буржуй? Сам буржуй. Предводитель дворянства. Пролетай, значит. Да что ты пролетай, как тебе предводитель? Сейчас говорят. Твою песню честь не давал. Приходишь к нему, поможем. На Новый год с поздравлением Лёшку даем. На Пасху положим, тут горит. Еще кто-то медаль обещал тюрьму сдать. Так и говорил. И тихо, считай себя уже с медалью. Тихо, ты здесь? Варин, из Парижа! У нас хотя не Париж, но милости просим, ты наш муж Машу. Да я не из Парижа. Вы из Калагрива, навестить свою покойную бабушку. Моя фамилия Бен. Может, слыхали? Не слыхал. Ну да, откуда же в Париже известное имя Остапа Соломана Берта Мария Бендербея? Тепло тебе, моя Парижа. Хороший город. Да я вовсе не из Парижа, я из Чуда. Из Маршанска. Ну знаете что, я пойду. Да куда же вы пойдете, вы через какую границу проходили? Польскую, румынскую? Не надо, я вам все расскажу, только не надо. Я бы хотел двинуть кишочек. Кругом. Жемчужная. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Командовать парадом буду я. Thank you.
элегантный парень. Когда вы совсем пустили по ветру имение моей дочери. А вот я, Клавдия Ивановна, умерла. Умерла, никто даже не заплакал. Побежал, как конь подскакал. Не бывает лучше, чем у нас, ведь недаром радуется глаз.
нуждаешься в пожарной охране. Кто здесь заведующий? За что украл я сегодня пару мелочей? Разрешите? Папироску потушите. Разрешили бы, что ли, сесть? Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Стул у бабы в доме есть? Что? Стул. Что? Стул. Стул. Есть? Есть, конечно, стул шикарный. Прямо скажу, регулярный. Ходим бабки каждый час. Не бывает лучше, чем у нас! Где бобор? Где топор? Где спасательный ковер? Это просто перебор. Где... План эвакуации какой, папаша нации? Что ты акаешь, мадам? Стул перекупщику продали. Всю страну разворовали. Не бывает лучше, чем у нас. Не бывает лучше, чем у нас. Пить! Сырки на рассвете пробуждаешь или на сон, где доверчиво кондиции прям от радости поем. Каждый день, и каждый мой час, не бывает лучше, чем у нас. Откуда вы, скажите? Ты были? А где же ваши локоны, служитель? А где усы? Ведь вы усы носили. Верните мое имущество, святейший. Оно не ваше, если вам интересно. А чё же оно? Объясните мне, родимый. Не ваше, будет вам известно. А чё же? Скажите мне, милейший. Оно теперь надлежит советам. Так, может, вы, отец, теперь партийный? Возможно, все возможно. Есть! Таинственный перекупщик. Это отец Федор, наш батюшка. Ага, нарушил тайну исповеди, теперь охотится за моими сокровищами. Нарушил тайну исповеди и охотится за моими сокровищами. За моими, Олух. За нашими стульями. Вы божий человек, а еще служитель культа. Тьфу на вас, пойдемте, пойдемте. Тьфу на вас, а вы что, бабки? И... Не лаем лучше, чем у нас, ведь не даром радуется глаз. Ясный зоркий на рассвете пробуждающий носок, где на вечер мы как дети, мы о радости поем. Каждый день и каждый божий час, не бывает лучше, чем у нас. Да, хорошо поют, душевно. А вот я, Клавдия Ивановна, умерла. Постойте,
А как же я умерла, если я слышу, как они душевно поют? И слышу и вижу этот кошмар. Вон того вижу, в третьем ряду. Сидит, головой машет. Вижу тебя, вижу. И вон ту дамочку с бриллиантами. 12 стульев. Работа остерегаться. Что-то у меня в голове замкнуло. Ветер жестокий.
индейских полей. Белеет мой парус с тобой одинокий на фоне стальных кораблей. Давайте тоже свадьбу же. Да там мне мадамочка как накинула, так все сбылось. Я аж по 50 копеек за гадание заплатила. Вот и получила. Король ряжный, счастье в личные руки. Кушайте, кушайте. Я ценю ваше ревение, предводитель. Какая женщина? Мечта поэта. Провинциальная непосредственность. Вы только посмотрите на этот породистый затылок. Они там, клянусь. Горько! 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 Товарищ Пендер, будьте посмелее! Моя курочка! Ура! Ура! Клюни меня, мой петушок! Ура! Товарищ Пендер, давайте целоваться, люди ж просят. Моя курочка, проведем свадьбу интеллигентно. Попросите невесту, у нее голос, у нее талант, у нее данные. А ты соловей пою, закусывай не забывай. Просим, мадам, просим. Просим! Наелись? Теперь орать будут. Романс. Бонжур. Товарищ Бендер, я буду петь только для вас. Романс. Ну вот, я ж говорила. I'm gonna go get some more.
Оставил записку. Срочно выезжаю в Новохоперск с докладом. До обеда не жди. Твой суслик. И вместе со стулом прихватил ситечко. Золотое. Да какие деньги? У нас же денег нет. Он очень любил деньги и страдал от их недостатка. Пошлый человек. Ну кто? Что вам надо? Yes, yes, инженер. Ничего не надо, но вот Вена Станислав Набор узнал, что Ипполит Матвеевич в городе, и послал меня найти вас. И вот я здесь. Елена Станислава, знойная женщина. Ну, да. Деньги сами плывут в руки этим мерзавцам. Ведите немедленно. Елена Станиславовна! Ипполит Матвеевич! Елена Станиславовна! Ипполит Матвеевич! Я так ждала вас! Зачем? 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 Что-то носит воротничок или манжет. Ты здесь случайно и не по делу. Ах, неужели для меня? Я ждала вас душой и телом день ото дня. Я ждала не из Парижа, не спала я вы. Но ведь и Тоня, я вижу, вы все тот же вы. Теперь мы вместе, теперь мы рядом. Не отпущу вас никуда. За все страдания вы мне награды скажете, да. Я понимаю, вы рисковали, придя ко мне. Мадам, мы счастливы видеть в вашем лице. Надежная женщина. Ну? Строгий секрет. Государственная тайна. В нашем городе много. Елена Станиславовна, с вашей помощью мы хотим пригласить самых лучших людей города, которые злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить вам? Ну, кого же можно пригласить? Максим Петрович разве? Кислявского? Вполне надежные люди. Зовите. Что? А что я должен делать? Вы должны молчать. Иногда для важности надо отчёты. Отец русской демократии, крепитесь. Ага, гигант русской мысли. Старский? Особо, приближенный к императору, тайный союз меча и там, арала. Здесь, с конфискацией имущества. Граждане, одни из вас едят хлеб с маслом, а другие бутерброд с черной икрой. Одни из вас лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы! Мы должны им помочь. Ох, нет. Какая золотая голова! Да уж. Ва,
20 лет. Со строгой изоляцией. Сумеет счет за 500 рублей, он их не выпустит. А прошу делать вновь. За рублей 200. Он не посещает больше соседания. Тоже здесь неуместен. Да. Дорожащий секрет, дело помощи детям, на хоть встанет. Это поможет. Предупреждаю, у нас длинные руки. $488. 15 рублей хватает, я вам помощу. Для вас, Михаил, и для России. Мадам, мы счастливы видеть в вашем лице. В вашем лице. Здесь же нет, можно уйти без боя. Берегите себя, ради Бога, берегите. О, Боже. Эй, Маша, нас тут прикидело. Маленький оркестр, маленький вагон.
день большой диагноз. Лялечек, не люблю надо выбирать. Спасибо, я совсем не хочу есть. Нет, так нет. Да. Нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? Вегетарианское не держусь. Тогда сосиски и бутылка его. Графинчики, гудец. Тогда большой графин. Вот чем будете закусывать? Икры свежие, семки, растягальчики. Не надо. Почем у вас огурцы соленые? Знаете что? Две. Сосиски. Здесь очень мило. А вы научный сотрудник? В некотором образом. Следующим номером нашей концертной программы выступает исполнительница русских народных песен, хорошо известна в Мариной Роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна, пожалуйте. Душою на минуточку лечить.
Правосудие восуществует раз, правосудие два. Все, что цены в наши деньги рождали. Приходите, покупайте, не торгуйтесь, покупайте, что дают. Покажите ваши платья, пусть соседи все от тяжести умрут. Приходите, торгуйтесь. Здесь я там ждала возможность обладать. Потакайте ваши листья, опускайте страхи, обнажайте страсть. Приходите. Тем, кем он хотел бы, мы откроем вас. Власть и деньги, мани-мани, правит миром жизнь сегодня и сейчас. А денег нет. Он проводал в ресторане.
как и имение моей дочери. Я денег нет. Я их потерял. По правилам аукционного торга лица, отказывающиеся платить, должны немедленно покинуть аукцион. Стулья продаются по отдельности. 30 рублей. Что больше? 35 раз. 35 два. 40 раз. 45. Могут быть раз. 45. 45 раз. 45 два. 55. 53. Давайте 53. Ну, 55. Это возмутительные правила. Я буду жаловаться. Скажите, фельдмаршал, как вас звали в детстве? Кис. Иуд. Вот как его звали. Ну что, погуляли, киса? Ресторан? Ага. Лиза? Она. Седина в бороду? Из ребра. Какая хорошая. Все. Все только начинается, киса. Мы найдем эти стулья, и женщины будут вас любить еще больше. Улыбнитесь, киса. Заседание продолжается. Если не помазал, бегают бизоны, и на полу давный запах из горна кровь. Жил пират угрюмый, серебрил камазонки, жил пират, не верящий в любовь. После страшной битвы возвращался он домой. Стройная фигурка, света шоколада, помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Жуть! Шикарно! Ура! Мадемуазель Фима Собак была культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. Любочка – самая образованная из них, Рэй. Ей было известно то слово, которое Белочке даже не могло присниться. Это было богатое слово. Исключительное. Длинный. Даю перевод. Увидев меня в таком, мужчины пойдут за мной на край света. Я сама не окинула. Я не вижу, что вы только мы. Да-да, поедем за такси. Ого! Это значило, кого это принесло в такую рань? Прекрасный метр, я по делу. Шутите, это мексиканский тушкан. Вас обманули. Это шанхайские барсы. Ну да, барсы, я их узнаю по оттенку. Выходишь, что надо? Кого? У вас спина белая. Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление. Хамите. Помилуйте. Хамить таким очаровательным женщинам бесчеловечно. Жуть. Милая девушка, продайте мне этот стул. Я вам дам 7 рублей. Хамите, Тарниша. Хо-хо.
Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Знаменитно! Здравствуй, по свету снова птица, прибирая жизнь и путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я бы хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он идет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я плюс забыл обо всем, но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет без страх, сшивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поймите, милая, вы мой мир, я не покину вас. Больше не могу. Это выше моих сил. Итак, подведем итоги. Нас садили с парохода, потому что вы, киса, оказались плохим художником. Я? Да вы... Да молчи, вы... груст! Молчи, киса! Где мы? О, посети. Звучит романтично. Денег нет? Беремся за дело. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. En mi alma y mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 a mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шансекция. Скучно девушке. Как будет, Григорий? Я твои четыре. Достаточно. Клубы. У нас вот среди группы. Мало, но хватит для начала.
сеанс одновременной игры. Мастер-класс начал. Thank you.
торжественно открывают. Перед самым рассветом, когда все сторожа спят, мы легко, нежно. Вот, вот, забери его. А вы что не радуетесь, киса? Радуюсь. Сас, всегда хотел спросить, зачем вам столько денег? Не знаю. Так у вас совершенно нет никакой фантазии. Может быть, дать вам проценты 3 и хватит? Я бы не обштил. Эффектно. Давайте спать, киса. Третьего нового клуба железнодорожников, который построен на бриллианты из лопнувшего стога. Света! Света, Света! Клад был зашит в один из стульев гостевого гарнитура мадам. Это не может быть. Это не может быть. Я прочитала в газете, что он умер. Остап не может умереть. Его такие сильные руки и очень нежные. И он так много не успел сказать. Я его искала. Я ж почти нашла его. Ведь это неправда. Мы были на почте, когда кто-то нам сказал, что гроссмейстер Бендер умер. Умер? Но это же невозможно. Он должен был участвовать в нашем турнире весной, в апреле. Кстати, Васюки построили вокзал. А может быть, аэропорт откроет? Этого не может быть. Не может быть. Входя в дальнейшее пространство, я весну непрошенной слезой. А страсти, как счастье, все мы ищем. Постоянство, но ничто не вечно под луной. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваш ответ. Все-таки была минута той любви, кого уж больше нет. Смесь из
Поблагодарить в первую очередь наших музыкальных операторов, звукооператоров. Встаньте, пожалуйста, ребят, Вадим и Андрей. Люди, которые каждый год тратят безумное количество времени и силы своей аппаратуры, которую потом крадут ночью, рискуют, вот, оставляя ее здесь. Ребят, мы очень-очень вам благодарны, потому что такие вещи, в общем, без звукорежиссера сделать невозможно. Я хочу спросить огромное спасибо родителям, которые, в общем-то, ну, надо сказать, жили с нами весь этот год, этот спектакль, мы его готовили с сентября. Но, безусловно, спасибо нашей средней группе, которые, хотя вот, в общем, еще не доросли до старшей группы, но мы их уже, видите, понемножку запускаем. Садитесь, ребята, просто садитесь. Девочки мои, мои любимые, замечательные девочки. Ну вот мы втроем этим занимаемся абсолютно, так сказать, на равных правах. Ваши инстинкты. Спасибо. Видите, вот с вазочкой уже дает. Это хорошо. Девочки, спасибо вам, что мы вместе, что мы... Тебе большое спасибо, потому что за этот год уже все 150 раз были готовы сдаться. И сдаться были готовы, особенно сегодня, когда пришли и нет микрофонов. И спасибо тебе огромное. Женька, спасибо тебе, правда. Я просто еще не очень хочется сказать спасибо отдельно своим девчонкам. Ламке, Ламка, у тебя получился уже хор, они поют. Это совершенно изумительно. Ленка, они офигительно сегодня танцевали. Ребят, но главное спасибо. Я, конечно, вот забыла. Декорация Андрей Портной. Декорации Лена Герасимова. Если я вот забыла, скажите вот сейчас, потому что прям крикните мне в ухо. Мне вообще хочется сказать спасибо, на самом деле, самое большое это детям. Я их так люблю. Я вам передать не могу. Кишели, давайте вы!
их все по очереди представили, как их зовут. Все. Я Полина Рази, я играла Лена Станиславовна и... Я забыл. Элла Смит, да, Вагнер, да, это, и Элла Лудоевская. Соня Ляхова, мадам Грица Цуева. Маша Бекарин, Любочка. Элис Маркл, Клавдия Ивановна и ее дух. Главное, ее дух. Соня Херфель, Лиза. Наоми, Баша, Фима, Собак. Саша Гевер, Остап Бендер. Антон Герасимов и Полит Матвеев. Дэвид Голосман, Полиса. И студент Коля. Who's Harlan? That's Fyodor. I'm also going to take Alexander Yakovich. Маша Кремлевская, дворника и ведущего таков. Каждый год мы говорим, ну вот, Маша с нами последний год, уже уходит. А Маша все не уходит и не уходит. Машка, мы хотим, чтобы ты оставалась с нами навсегда. Я знаю, что несколько детей действительно уходят, они поступили уже в университет, и в следующем году их с нами не будет, ну, в смысле, так сказать, не будет физически, духом-то они с нами присутствуют. Насколько я знаю, Саша, ты уезжаешь в Беркли, да? Похлопаем. Спасибо. Огромное спасибо. Еще раз. Спасибо. Mm-hmm.